Знаете, Майнкрафт это уникальная игра. Уже 10 лет я играю в нее и каждый день нахожу для себя в этой игре что-то новое. И сегодня я решил опять над ней немножечко поиздеваться и поменять каждый звук в игре на какую-то популярную песню. Так, осталось только подобрать для каждого звука свою песенку. Холодный кубик, докинь меня! Ты думал, будет басно и бал? Я блогер, подпишись на канал. Фоя! Майнкрафтеру заплатите чеканным лайком, о-о-о. Майнкрафтеру заплатите чеканным лайком. Бум! Спустя пару часов я все-таки доделал саундпак, и теперь осталось только на ком-нибудь его протестировать. Кого же на этот раз позвать? Ну шо, Артем, ты заходишь? Да у меня тут уже Бенг в меню играет, мне нормально. Бенг в меню играет, это нормально. А, нет, это что-то шифрование подключения к миру. Так, ну я тут. Что произошло только что, я не понял. Слушай, мне нравится, я мазохист, я даже громче сделаю. Да? Артём, я тебя вызываю на дуэль. Нет, отстань. А ну стой! А ну стой! Стой, стой! Артём, ты хочешь познакомиться с друзьями? С какими друзьями? Ну, таких сексапильных чуваков. Да, давай. Какие-то сексапильные. Ну я же говорил, свинья будет. Эту свинью зовут Рикардо Милос. Убей. А подожди, а может быть ты хочешь кого-то другого? Может быть, например, коров? Они тоже говорят сексапильные. Ё-моё. Моё любимое, смотри. Держи. Чего? Это ты упал. Давай ты ещё раз упадёшь, подожди, упади ещё раз. Подожди, а если вот отсюда? Ё-моё, какая странная штука. Не тут поджог, подожди вот здесь подожди, чтобы нормально так загорелось. У меня кто-то орёт в наушнике. Кто тебя орёт? Какой-то рок играет. Какой рок? Я тебе говорю, рок какой-то играет. Не знаю, о чем ты говоришь. А что поджигать? Ну подожди, дерево, я не знаю, оно нормально горит. Я же говорил, тебе рок играет, ты такой, нет, не можешь. Фая! А! Ой, Какой капец, не хочу это. Так, Артём, я знаю, как нам спастись, Артём, я знаю, как нам спастись. Сейчас я тебе покажу, как нам спастись. Нам нужно уезжать отсюда срочно. Срочно валим отсюда, бери. Офигенно! Мы еще в пустыне, заметил, да? Понял прикол? Капец! Блин, такую тему на сервак завели, знаешь, садишься в вагонет, когда такая... Ну ты уже понял, да, куда мы с тобой попали? Все звуки заменены на популярный музончик, ты понял, да? Офигеть. Ты должен посмотреть в мой секретный сундук, я в него сложил самые свои важные вещи. Посмотри. И ты знаешь, кто это? Нет. Ну это же Майкл Джексон. А, прикольно. Давай музыку играть, ты будешь двери открывать, а я буду слушать. Не-не-не, я для этого специально приготовил, подожди, сейчас. Как ты считаешь, что это за блоки вообще? Ну, обычные блоки майнкрафтовские, а что с ними-то? Да, но если на них поставить нотный блок, нажми.
Ё-моё! А дальше? Ты думал, будет басно и бау. Ты думал, будет басно и бау. Ты думал, будет басно и бау. Это тоже на самом деле его песни из той самой. А, да-да-да. Ты мне вот сделай повыше, сделай, будет понятно. Ты думал, будет басно и бау. Я блогер, подпишись на канал. Я тебя вызываю на дуэль, ты понимаешь? Только подожди, нам нужно разойтись, а я тебя вызываю на дуэль на перестрелку, понимаешь? Слушай, несчастная перестрелка, ты в геймоде. Я вышел, ты готов? А, ну хорошо, да, давай. Ну давай. Сейчас, очень важная штука. Сейчас. Смотри, знаешь, что это? Сломай. Он типа сейчас растает и будет какой-то или нет? Ну ты сломай. Холодный кубик, да, кинь меня. Что, дай еще. Холодный кубик, да, кинь меня. Ты не знаешь такую песню? Нет, я не знаю. Это холодный кубик, да кинь меня. Не знаешь такую? Нет. Холодный кубик, да, кинь меня. Хорошо, тогда я тебе предлагаю попить просто немножко. О-о-о-о-о-о, как больно. Выпьем за любовь, за любовь. Выпьем за любовь. За любовь. Ой, я не могу. Так, Артём, ну все, ты меня задрал. Честное слово, все. Нет. А, что происходит? Ё-моё! Слушай. Сейчас. Нормально, качай. Вот так вот. Значит, смотри, Артём, мы должны с тобой убежать отсюда. Мы пойдем в ад. Я думал, после динамита тут уже ада нет, ну ладно. Давай. А чё меня не это? А, ладно. Что? Секретный материал. Ой, нет, мы лучше уходим отсюда, а то мы здесь умрем. Вали отсюда! Не-не-не-не, тут инопланетяне какие-то, нафиг его. А куда меня тэпнуло? А, что? Ох ты, ё-моё. Я не могу. Это там какие-то секретные материалы в этом аду. Уходим отсюда. Ты хочешь со мной сделать? Нажми. Заплатите чеканной монетой. Чеканной. Нет, не трогай. Пьюмс. Пьюмс! Заплатите! Чеканной монетой! Нет, я теперь упал, мне уши орёт опять, что-то непонятное. Ой, эта корова что-то меня хочет! Бей его, корова, бей его! А, это ж 1.14! Ведьмаку заплати! Нет. А, спасите, свинка! Ведьмаку заплати! Время пострелять! Все, Артём, я не могу, я сейчас свои легкие выплюнул. Я тоже сам. Попадает. Между нами пальба. Что-то не едет.
О, поехал, разгон, разгон, пошел. Чем ты быстрее едешь, тем оно громче. Ага. Блин, ты меня затормозил, толкай это теперь. Толкаю, толкаю. Ты меня теперь затормозил. Ребята, если мы наберем под этим видео, давайте 1050 лайков, я доделаю этот текстурпак и скину его в описании. Ой, я не могу. Возможно, мы даже такой челлендж на сервере сделаем. Будет забавно. Пока. Пока. Ha 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 ha